Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Я решил собраться силами и попытаться еще раз пройти до конца игру под названием Destroy All Humans One Game Step on Mankind. Короче, уничтожение всего человечества, игра называется. Если вы помните, я когда-то играл в нее. Так, вам подарки, терроризируйте людюшек на каникулах. Принять. Какие-то подарки мне пришли. В коллекцию добавлены новые скины. Тыц-тыц, два скина с рожками и какой-то тут с обручем. Интересно, интересно, посмотрим. Так, как это... зайдем в настройки, может где-то есть эти скины? Нет, вряд ли. Управление я не помню, будем по ходу дела разбираться. Нажмем продолжить. Посмотрим, что нас там будет ждать. Я записывал где-то 4 или 5 видео по этой игре. И я решил к ней вернуться по той простой причине, что... я услышал, ну, видел где-то новость случайно, еще раньше немножко, что будет вторая часть Destroy All Human. Так, хочешь усовершенствовать свою тарелку? Нет? Как насчет оружия или способностей? Это наш оракул, так скажем, тарелка, либо крипта. Архив плюс. Что тут у нас в плюсе? Галапульт Покса. Галапульт Покса дает возможность заново проходить задания и делать многие другие, без чего успешное вторжение невозможно. Боже, какой страшный тут. Справочник. Посмотрите пройденного обучения просмотра. Проверьте источники и локации, изученные для вторжения на Землю. Выбор скина. Опа, вот где-то у нас. Выполните все дополнительные задания в задании 3, чтобы открыть этот скин. Ага, еще надо как-то открывать. Слушай, они вот эти открыты. А где же оно? Карампус. Я должен, наверное, вебку свою как-то убрать, чтобы видно было. Но я пока что выбрать. Ага, надо крипто. Крипто это стандартный, да? Выпустим выбрать. Чикс, это сейчас у меня выбрать, наверное. Это новенький. Это Фрости. И что там изменилось? Достижение допельгангстеры. Этого. Пумц. Ну, не сильно меняется внешка. Чуть-чуть костюм по-другому и, сам, и само изображение инопланетянина другое. Этот с рожками меня интересует. Крампус. О, какой чертяка. Давайте чертякой. Пускай будет чертяка у меня. Так, возврат в главное меню. Принять отчет о вторжениях. Главное меню пока что. Да, хочу вернуться в главное меню. Только я тут, опять-таки, на посередке, пока что, наверное, сюда, куда я себя перемещу. Нажмем продолжить еще раз. Нажмем опять продолжить, и сейчас попробуем выбрать какую-то миссию. Так, начать задание. Может, надо выбирать не исследовать местность? Исследовать местность, вот тут. А тут начать задание есть кнопочка. Во. Наверное, это типа будет уже сюжетное. Что, когда задание, это будет сюжетка. А когда исследовать местность, ты типа будешь всякие челленджи выполнять. Иностранный корреспондент. Ничего себе. Foreign correspondent. Прикольная заставка. Такой гранату в зубах держит. Летайте, летящий. Так, хватайте летящие вас. Там что-то там писали. Так, сейчас послушаем. Что нам скажут? Покушение на Берта Уизера. Лучший телеведущий Америки скрывается, опасаясь за свою безопасность. Так, принять. Мы сорвали планы Маджестика и помешали им захватить контроль над гуманоидами. Но они придумают что-то еще. Однако, если мы бы все стране мозги промыли. Свои сигналы мы можем запросто передавать на обычных частотах. Все, что нам нужно, это подходящая личинка, покрытие. Кто-то, кому люди будут доверять. Я проверил изыскание и подобрал подходящий вариант. Берт Уизер, телевизионный гуманоид ведущий, но его что-то не видно в последнее время. Может, признал, что сделал там что-то. Я прошу меня простить, если это прозвучит вызывающе, но вы же инопланетяне. Как ты догадался? Я знал, я так и знал, мои молитвы были услышаны. От имени всех стран и народов Земли приветствую вас на нашей планете, о космический друг. Шапочка из фольги. Ого, спасибо, очень приятно. Хорош болтать, человеческое ничтожество. Нам нужен Берт Уизер. Где он? Нам нужен Берт Уизер? Сейчас, сейчас, за мной. Какой-то сумасшедший чувак. Чудесно. Вжух, вжух.
Так. Следуйте за полоумным. Следуйте за этим психом. Ничего, что он чокнутый. Так, идем за ним, за этим чокнутым. Получите все подсказки от полоумного. Бумц. Я что-то подобрал. Ну и что мне? Какие еще? Что мне нужно от тебя взять? Куда ты побежал? Стоять! Стоять, полоумный! Что такое? Остановился подумать о жизни. Общество мозги достану, чувака. Смотри, что творит. Опа, мозги. Анальный зонд. Scan me. Еще один робот. Какой-то. Краска. Один дрыхнет. Че, с лодки можно что-то достать? Материя. Бумс тоже что-то получил. Так, мы тут всякие бонусы повытягивали с них. Смотри, еще одну лодку сейчас переработаю, походу. Материя. Темная материя. Что-то сделалось. Куда дальше? Веди меня, веди. О, он еще один робот. Не нужно этих всех роботов пособирать, что ли? Подожди. За этим психом. Ничего, что он чокнутый. Нам он поможет. Надеюсь, идем за ним. Может, у меня какую-то западню затягивает. Сейчас я с них всех. Если полумный ученый прав, Берт Узер сидит под охраной. Кроме повара к нему никто не пускает. Используй этого повара, чтобы подобраться к... Подожди, используй этого повара. Надо его облик принять, да? Облик повара. А вы видите повара? Я не вижу. Может, я только что его укартошил? Внедрение. Вы видите повара какого-то? Буквой F, да? Никаких поваров не вижу. Вход в здание нет. А вон там он. Это повар? О, вижу повара. Так, у этого мы мозги достанем. My hand! Оп, хуй, спалили. Кто кричит? Какая-то женщина. Через задницу мозги достал. Так, до Берта озера незамеченным добраться. Блин. Где повар? Куда он делся? Вот он ходит. Меняем облик на повара. Жик. О, все, я повар. У меня... Теперь что? Ага, туда, пошли. Что, я повар? Алло. Какие вопросы? Я повар. Я повар. Я повар, повар, повар. Добраться до Берта Визера незамеченным уже не... Ай. Это место очень хорошо защищено. Черт, я спалился. О, робота нашел. Взрыв. Вот у меня жопа. Эллиен, атак! Не получится мне, походу, в него превратиться уже. Так, зондом, зондом, вытягиваем из жопные. Черт! Какая-то хрень получается. По-моему, я проиграю. Оп. Вот агенты, повары, что только не хочешь. Еще и пушка. Бам. Еще и воду меня загнали. А как здесь незамеченным пройти? Вы погибли. Начать сначала. Так, уничтожена дикая обезьяна. Меня дикой обезьяной обозвали. Интересно, интересно.
Так, люди эти есть. Сначала превратимся в женщину. Так, повар меня интересует. Вот повар. Теперь облик повара. Так, теперь я повар. Мне нужно туда добраться незамеченным. Я повар, 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 я повар, повар, повар. Я бегу. Опа. Так, мы можем тут перелететь, по идее. Нет, не можем. Это меня дамажит здорово. Я повар. Будь крайне осторожен. Это место очень хорошо защищено. Походу меня спалили. Да ё-моё. Ага. Может, куда-то не туда вернуться на корабль. Задание сначала. Вот это, наверное. Если мы с того же момента начнем или вообще с начала при сначала? Пока что непонятно, как это пройти. Вообще непонятно. Ну-ка. Хоть бы с чекпоинта, чтобы снова не бежать так долго туда. Наверное, тогда надо было, чтобы меня завалили. Как мне быстро в облике повара туда добраться? Принять. Жить. Please come with me. Follow that crackpot. Never mind that he's crazy. He's our only lead. Он меня все подсказки. Never mind that he's crazy. От полоумного. Надо было дать, чтобы меня уничтожили. Я бы. Чё такое? Провалено. Потерять. Come with me. Follow that crackpot. Never mind that he's crazy. He's our only lead. Так, это значит место, куда мы должны в итоге попасть. I hide secret stuff here. Nothing special, just my baseball cards, my bottle cap, my notes on 11-dimensional super string theory. But don't tell anybody, okay? Scan me, scan me, scan me. Повару как-то добраться через вот это вот все дело. То есть поваром. Следуйте за полоумным. Вот я тут. Полоумный, я здесь. Только мне непонятно пока что, как я должен в облике повара успеть. Топ-т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 оп. Orson Welles was right! I stash stuff here too. You can have anything you find if you spit on it. Scan me, scan me, scan me. О, одному припасался. Кто-то меня заметил, что ли? Не знаю ничего. Ой, очки ему сбил и шапочку. Вот блин, полицай. Опа. Ха-ха. Забрал у него из, через попу мозги. Так, вот здесь. Маскировка. Есть, маскировка. Незамеченным добраться. Не удалось. Не вышло, да? Меня спалили. Так, я повар. Кто меня... Меня спалили, что я aliens. Как же это пройти? Выйду в воду. Кто меня быстрее хп попадет? Он боится воды, да-да-да. Так, попробуем. Может, начнем сейчас с того момента, где... Где мне нужно принять облик. Так, начать сначала. Принять. Фу. Так, смотрим. Вот. Я его дурманю, чтобы он веселенький был. Чтобы на меня он не агрился. Поняли прикольчик? Может, он вообще в военного превратится?
Так, кто там еще на меня агриться хотел? Еще какой-то полицейский. Опасный, опасный. Я в зоне внедрения приказ. Ага, я его с собой беру. Наверное. Куда он пошел? Иду за ним. За поваром, за этим. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Don't bump into me. Тихо. Я его взял под свой контроль, но сейчас я спалюсь, походу. Люди какие-то вон. Топ-т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 оп. Внедрение произошло успешно, походу. Так, я тоже повар. Ты повар? Я тоже повар. Блин, я, кажется, сделал глупую ошибку. Мне нужно было, чтобы он пошел туда. Теперь мне нужно поменять облик на кого-то другого. На кого-то из этих двух, например. Так, может, повар теперь начнет снова двигаться? Внедренный приказ. Все, он под моим контролем. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. А я... Крипто, будь крайне осторожен. Это место очень хорошо защищено. Этот Берт Уизер должен быть где-то здесь. Ай-ай-ай-ай. И что мне теперь? У меня заканчивается. Куда он пошел? Роботы. Вот, блин. Взрыв. А что с моим этим? Он стоит. Не удастся с ними сражаться всеми. Им нужно где-то набрать. Фу. Брони надо где-то набрать чуть-чуть. Куда меня валят? Ауч. О, брони набираются. Ага. Откуда валит? Ой, блин. Есть, сжег его нафиг. Еще там два. Какой-то пулемет меня стреляет. Бум-бум. Ой, блин, больно. Больше тут всяких полицейских. Адских этих. Ну давай, дрона ему туда, в задницу. А, у меня нету их. Так. Один есть. Анальный зонт. Стоп, Алис. Хорошо, я их поджигаю. Хорошо. О, у меня броненька восстановилась. Пулемета. О, анальный зонт. Есть? Жух. Задрали меня тут атаковать все. Куда во сколько тут набежало? Там еще атакует. У меня граната есть. Только не моего, только не моего этого чувака. Ему жопа, да? Единственный помощник труп. Да, я провалил задание. Ауч. И что теперь? Исследуйте военную базу. Как я ее должен исследовать? У меня хп нету. Еще где-то там стреляют, откуда-то непонятно. О, у меня бронька восстанавливается. Бум-бум-бум-бум. Пойдем посмотрим. Бедненький мой человечек погиб. Сердечки только остались. Потом еще меня атаковал. Закрытая зона. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Попадаю немножко по пулемету. Есть, пулемет уничтожен. Еще, короче, по стелсу не получилось у меня пройти ничего. Бум-бум. Ауч. Анальные зонды. Есть. Это что такое было? Закрытая зона.
По стелзу не получилось походу пройти. А что это за кружочек такой? Воу! Анальный зонт. Пошли в атаку. Пулеметы, оружие, всякая всячина здесь. Так, анальный зонт. На. Ученый какой-то. Where is the Salisbury steak from Mr. Wither? He's starving. Is it that hard to find him up the stairs? Сделать так, чтобы он меня любил. На букву С, чтобы он танцевал. You talking with me? You talking with me? О, я могу это взорвать, кстати. Нету этого. Гранаты зато у меня есть. Поддержите. Ой, назад. Что-то я слабо ее кинул. Сейчас как рванет. Назад, назад, назад. Ба! Это снаряды, какие-то турбины. Целый корабль огромный. Идем сюда. Ти-ри-рин. Ты кто такой? А что ты сидишь? Попу подставляешь мне свою. Стоять! Браво, Крипто, он мертв. И клонировать его мы никак не сможем. Но тебе это, конечно же, в голову не пришло. А я должен был его клонировать? Блин, я провалил задание. Берт Визер, продолжить. Начать сначала. Я должен был его клонировать, да? Упс. Это был бы я. Не я, если бы я так вот не сделал. Так, мы на зоне. Мы в зоне, вернее. Кого мы можем сейчас превратиться? Я в этом стал облике профессора какого-то. Закрытая зона. Здравствуйте. Мы идем пешком. Как профессора. Where is the Salisbury steak from Mr. Wither? Я профессор, я профессор, я профессор. Где он? Я успею туда идти? Прежде чем, где он? О, я дошел прямо сюда, в эту зону. Так. О, умоляю, только не трогайте меня, я все сделаю. Да, я не сомневаюсь, пошли за мной, Бертик. Чмертик, у меня есть для тебя работенка. Так. Боже, какой он дьявол. И у него эти дырки на шее двигаются, на затылке. Так, пришли мафия пришла. Что-то высматривает. Сохранение. Мы должны что сделать? Заставьте гуманоида, помеченного этим, выполнять команды. Z. Ну и как мне показать подробнее табуляцию? Так. Существам с маленьким мозгом приходится постоянно напоминать приказы с новых хозяев. Как и в пробной операции захвата города Гельмана, здесь используется генетический прием крысолов, за которым покорно следуют людишки. Послушной вереницей идем за серым фуроном. Ха-ха, это не оттуда, но всегда срабатывает. Так, заставьте гуманоида, помеченного пси-маркером, выполнять ваши команды. Вооруженные людишки под гипнозом могут стрелять в ваших врагов. Понятно. Так, ну ты маркером помечен, но я нажимаю на Z. Ага, вот. Навелся правильно. Так, теперь ты будешь выполнять мои приказы, да? Ну по что? А куда нам нужно идти? Убить нескольких солдат с помощью взрывчатки. Угу. Там были. И сколько я таких могу сразу себе подчинить, человек? Этот... Эй, этого не надо стрелять. Четыре. Гранаты им туда. Гады. Четыре. Назад, уходим.
бабах. Ты жив? Так. О! Бахнули. О, военный. Все, теперь... Ой, убили моего военного. Сейчас мне дупель сделают. Сейчас мне сделают рожки до ножки. Ай. Больше нет гранат. Боже, их кто-то вырубает там. Этого хочу захватить. Ну, все, за меня, по идее, будет стрелять. Ауч, ауч, ауч. Ауч, ауч, ауч. Задолбали. О, несколько солдат с помощью взрывчатки. У меня выполняется эта штука. Куда ты стреляешь? Куда ты стреляешь? Пошли со мной. Ты что, идиот, что ли? О, хорош. Теперь правильно стреляю. Перевалится друг дружкой. Блин, добил его. У меня больше взрывчатки нет. Ладно. А в чем суть? Что я должен... Вообще присел. Давайте тебя захватим. Так, идем. А, взрывчатка. Мам. А там кто такой присел? Солдат, что ли? Так, еще немножко солдат уничтожил с помощью взрывчатки. Ай! Поджигали, поджигали, поджигали. Так, я на правильном пути вообще? Машина. Зарядов нет. Сейчас как, бахну. Оу. Еще машина. Оу. Так. Есть контакт. Ух, тут баллон есть. Ай, я его должен был поднять, кого-то бросить, правильно? О, слушайте, я что-то нашел. Гранаты есть? Бум-бум-бум, что-то повзрывал. Машина, сейчас на машину бах. Тут какой-то ученый. На берегу, на берегу. А что мы здесь должны сделать? Мы тебя привели сюда, и чего? Я как бы... Должен тут что-то повзрывать, что ли? Закрытая зона. Вояки там с баллонами своими. Как мне баллоны ваши взорвать, надо? Ауч. Зонд не прошел. Назад! Так, это у меня есть, этого нету. Воу! О, машина. Бонус, бонус какой-то. Машина, походу, рванула, да? Так, доставьте Берта в тарелку. Ага. А где Берта? Ага, у Берта. Бум. Бум. Так. Доставьте Берта в тарелку. Вот она тарелка. Берт, ты идешь за мной? Берт, ты что, офигел? Пошли за мной. Ты мне нужен. Пошли, 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 Берт. Мало времени у нас. Не кидает им зонды. Гранат нет. Поджигаем. Надо было машину поджечь. Не достает до машины, что ли? Это будет взрыв. Сейчас откатится немножко. Поехали. Ба! Ба-ба! Ух ты такая. Флаш. Там что-то на меня стреляет. Это, конечно, не нравится. Там еще пулемет один. Пулеметы, пулеметы. Пулеметы, пулеметы.
Защитные пулеметы. Чё, машины переворачивались. Броньку кто-нибудь восстанавливать. А где? Вот тарелка. Так, нам нужно сюда добежать. Своим этим чудиком. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Уберите машину отсюда. Сейчас он взорвется у меня. Еще не хватало этого. А-а-а, живи, чувак. Все, доставил. Господи, еле дотащил его сюда. Ну, я, конечно, и выполняю задание. Я как Рэмбо, короче. По стелсу не получится, не получилось. Но я его забрал. Мы теперь имеем лицо. Лицо, которое будем клонировать, я понимаю, так. А меня? Жить. И меня забирают. Такой дьяволенок. United States Army. Пью-пью. Вышки порушил. Маяк разбил. Фух, плотненько. Так. Задание выполнено. Миссию прошел. Заработанные очки. Получите все подсказки от полоумного. Доберитесь до Берта Уизерта незамеченным. Убейте несколько солдат с помощью взрывчатки. Ничего с этого мне не получилось сделать. Так, скандал на ТВ. Уизерс пригрозил уволиться, если ему не поднимут зарплату. Такие дела. Так, что хотелось сказать? Я давно в этой игре не играл, да? И мы немножечко с вами назад. Это мне, этот вот анальный этот зонд я хотел бы прокачать как-то. Что там? 1000 стоит. Существенно увеличивает временной интервал для успешного зондирования. А это что пока что? Увеличивает урон, нанесенный успешным зондированным. Нет, это вот, наверное, лучше. Так, это что? Ага, тут надо уже много. Что? Возврат в главное меню выбрать. Главное меню, наверное. Идем. Эта серия была больше такая ознакомительная. Я вспоминал, как в эту игру играть. В принципе, вспомнил. Так, продолжить, если нажать. Я теперь буду знать. Я себе даже сделаю такую вот пометочку, чтобы исследование. Это когда мы всякие там достижения выполняем. Всякие там гонки, звездочки. Это можно будет, может быть, потом поиграть. А вот именно начать задание, это означает, что ты продолжаешь миссию, сюжетную кампанию проходить. Вот Санта Модеста, коллекционные предметы и испытания. Район. Ну, тут будем задание выполнять уже с этим каким-то мужиком с пальцем. В следующий раз. С вами был Неломоб. Мы играли в игру под названием Destroy All Humans. Увидимся. Ну, уничтожь всех, все человечество. С вами был Неломоб. Увидимся в следующих видосах. Ссылка в описании на плейлист, где я прошлый раз играл в эту игру. Все, всем пока-пока.